Любой конфликт можно решить словами. Мудрую истину еще раз подтвердил инцидент, имевший место в Алдане. Автомобиль, привозивший в школьную столовую продукты, выезжая со двора, задел шлагбаум. Уладить ситуацию полюбовно стало невозможно. Причина этому – поведение водителей. Подробности далее. Это запись с камеры видеонаблюдения, расположенной на здании школы номер 1. Привезя в школьную столовую продукты, автомобиль выезжает со двора. Накануне прошел обильный снегопад, и дорожные службы не успели расчистить проезд. Машина, проезжая по колее, чуть накренилась вправо. Задетый зеркалом шлагбаум упал на кабину. Они не уехали, они вышли, взяли шлагбаум, поставили в снег. Сказали нашему, ну, вышел сразу же рабочий. Что делать? Благодаря видеозаписи ответ на вопрос, кто виноват, найден. Теперь педагогам хотелось бы определиться со вторым извечным литературным вопросом. Впрочем, что делать, учителя знают. Хотя и предвидят, что это будет долго и сложно. Шлагбаум нужно восстановить. Мы вызвали полицию, потому что у нас имеется запись с видеокамер, которая подтверждает, что в принципе есть виновные. В затрудненных дорожных условиях происшествие не редкость. К счастью, обошлось без пострадавших. И изначально руководство школы готово было уладить проблему без привлечения третьих лиц. Однако последующее поведение водителей пробудило в педагогах решимость довести дело до логического завершения. Поведение было, во-первых, хамовитое, даже не наглое сказать, можно так, с нашими работниками. Но это бы можно было все простить, если бы они хотя бы согласились добровольно нести ответственность за содеянное. Мы попытались связаться с торговой компанией «Айгуль». Мы тоже попытались выяснить у руководства алданского филиала базы «Айгуль», чей логотип был на машине, кто виноват. По телефону нам пояснили, что машина шлагбаум не сносила, а конструкция упала сама. То, что автомобиль оказался под шлагбаумом, чистая случайность. На просьбу дать официальный комментарий девушка заверила, что водитель, как непосредственный участник событий, непременно свяжется с нами и даст детальные разъяснения. Однако на контакт никто не вышел. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.